Я работаю на данном предприятии с весны этого года. Понравился завод, коллектив. Нравится до сегодняшнего дня. Все прекрасно. Я устроилась главным диспетчером в лаборатории плавки металла с УТП. Мы в своем отделе смотрим за правильностью работы программ, плавки печей, заносим данные в программы плавки металла, время, во сколько начинается у нас плавка в печи, и вот сколько плавили по времени, вот такие данные мы вносим. Из чего состоит вот сам металл, например, вот в течение дня этим занимаемся, также в ночную смену. Меня привлекает график, меня привлекает данное предприятие своей стабильности, надежности. Хотелось бы, да, повышения, потому что у меня и опыт имеется, трудовой стаж, и образование имеется, и вообще человек целеустремленный. Хорошие люди, юмор, природа, погода – это все доставляет радость. Шашлык. Недвижимость для родителей в первую очередь купила бы. Благотворительность детям. Может быть, это банально, но хатика. Мальчишник в Вегасе. Дома, в хозяйстве, в приготовлении пищи. Люблю печь пироги. С котом своим постоянно разговариваю. Рождество. Сок алоэ пила. Вот это вот для меня экзотическое было, когда первый раз попробовала. Кукла, потому что фамилия Куклова. Не жизнь, а сказка. Да. Верю в сказку, в чудеса. Работать, трудиться, быть честным человеком и ответственным.